Вот это следующее растение, которое здесь представлено. Растение, которое практически мало кто применяет. Оно как-то малоизвестное и изученное. Но в других странах мира заметили, что это растение, птицы, которые питаются хищными змеями, ядовитыми змеями, они перед тем, как лететь на охоту, они обязательно покушают это растение наземную массу, а кто-то дорывается и под землю. То есть это растение называется пасконик. Оно в нашей зоне очень много растет, практически в плавнях. Поэтому в данном случае являются корни, и они корни эти способствуют выводу токсинов из организма. А вы знаете, токсинов в нашей жизни хватает, это они попадают и с едой, которые сейчас не очень-то способствуют нашему здоровью. Поэтому эти корни выводят и токсины. И способствуют нормализации веса в организме, способствуют решению всех обменных процессов в организме. Это пасконик, корень пасконика.